Котел на 400 литров с мешалкой. Это загрузочный люк, крышка с двух половинок, термометр для сырья, трубка слива на 80 выход, обвязка на гомонизатор, получается кран для подачи на гомонизатор, это выход на гомонизатор, это регулировка, можно регулировать подачу с гомонизатора, это кран, выход с гомонизатора. Ну, пульт управления, это терморегулятор для воды, котел водяной. Это таймер на включение мешалки, сеть, ну и два режима, варка и разогрев. Доходит, варка включается, потом переходит на разогрев. Регулятор скорости, если воды нет, включится лампочка, загорится звуковая сигнализация. И частотный преобразователь, мешалка. Так, регулируется по реле давления. Выставляется нижний предел 0,5, верхний 0,5, нижний 0,2. Так, это нижний слив воды. Это заливочная воронка. Так, ну это для смотрения. Так, заливаем воду. Заливаем воду сюда, через воронку, пока не пойдет через нижний уровень. Как только побежала, закрыли, все, котел залит водой. И включаем котел. Так, выставлен таймер. Таймер, получается, можно выставлять для включения мешалки. И это мешалка, включаем. Это просто будет включить, крутиться 10 секунд время разгона, 10 секунд время остановки. Мешалка со скребками. Это просто крутить без этого, без по таймеру, без таймера. Терморегулятор показывает температуру сырья. Доходит до сырья, отключается. Так, регулятор скорости. Добавляем мешалку. Мешалка со скрипками. Так, теперь переходим на таймер. Вот подписано, что таймер. То есть получается, что таймер 10 секунд работает, 20 секунд стоит. Включаем таймер. Так, это значит, получается, 20 секунд работает мешалка. Можно. Так. Вот тут все понятно. Вот, отключилась. И теперь 10 секунд она стоит. Через 10 секунд включится и будет работать 20 секунд. Вот, включилась мешалка. Отработает свои 20 секунд по таймеру и переключится. И потом отключится, будет стоять 10 секунд. Можно задавать любые временные рамки. Так, ну пока она крутится. И тут задаем, можно, то есть выставить надо... При запуске 0,5 давление, на 0,5 отключить, на 0,2 включить. Вот 20 секунд она отключилась. Все.